Ладно, я думаю, хватит с нас и с них. Ладно, сейчас на этих не нарываться, а то мне будет совершенно нехорошо. О, все. Клинок-то ржавый он получит, только я сейчас боюсь, что получу 14 человек. Они все хорошо снаряжены, я чувствую. Мне мало что поможет в этой битве, у нас еще и добавок трое раненых, поэтому получается, что только трое в битве. Включая меня. А я-то, как понимаете, ни на что не годен. Ну, может быть, за счет того, что они сейчас очень долго идут, я кому-то там и настреляю, но с такой скорострельностью, блин. Никому особо... Меня еще сейчас настреляет, я чувствую. Метки из собаки почти попали. Давай же, поди в кого-нибудь. Я вообще не понимаю, как из этого арбалета целиться. Я не чувствую арбалеты. Луки я чувствую. А вот арбалета ни хрена. Такое ощущение, как стрела летит куда-то вообще за метр. Отклоняется вниз еще. Как криво удуло, блин. О, попал. 24 урона нанес. Этих спасти надо. То придется мне плохо, если они сейчас еще сдохнут. Да блин, я промахиваюсь постоянно. Тут вообще прикол года. 31 урона. Это уже вам не начальные эти полуголые какие-то варвары непонятные. Здесь еще и гористая местность, поэтому меня спокойно могут зарубить на низкой скорости, пока я на коняшке поднимаюсь в холм. Отлично. Нет, по-моему, мне каюк пришел. Надо было как-то поосторожнее. Хотя меня обложили со всех сторон там. Банды. Нью-Йорка. Сейчас надо избавляться от этих стрелков. Тогда, может быть, у меня будет возможность как-то выстоять. Кого-то убить там с арбалета. Но если мне будет еще в задницу стрелы лететь, то, естественно, шансов у меня тогда никаких. Ну, вроде всех стрелков я порубал. Давай, давай, давай. Оп. В щит. Надо было ниже целиться. У них маленькие щиты, это удобно. Оп. По ногам тебе 27 урона. Не хочешь ли ты такую жизнь испробовать, а? Вот с этими большими щитами получится не очень хорошо, я чувствую. Не очень удобно. Надо от них отойти подальше. Главное, чтобы у меня не кончились болты. У меня их всего 17 осталось. Но этих тварей еще много. Но у меня потихоньку вроде здоровье восстанавливается. Все-таки не самый сложный режим. Но знаете, сложности здесь хоть и добавляй. Оп! Блин, да куда ты, ё-моё, ну... Понимаю, из лука можно криво, там рука пойдет криво и все. Но как можно из арбалета-то криво стрелять? Курок нажал и все. Зараза, по-моему, в щит ушло. Или вообще ни в кого не попало по старой доброй русской традиции, блин. Да ёшкин кот. Как так-то? Парни, вы какие-то фантомные. Может быть, мне вас вообще не бояться по такому поводу. 18 урона. Несмотря на то, что он вплотную подошел. И болт летел с максимально возможной скоростью. Так, один без щита получил. Это будет ему наукой. Зараза. Их все еще много, они могут меня просто остановить, если я через них попрусь с мечом. Я об них заторможу, скажем так. Поэтому пока лучше не приближаться, пока я не отстреляю все болты. А их нужно экономить, потому что у меня 8 штук уже осталось. Вроде полчаса перезаряжается, а так быстро. Так. Попал. Попал, убил. 88 опыта. Немало за них дают, кстати, но они хорошо снаряжены. И вообще сильные такие воины. Нет, у меня не восстанавливается здоровье, кстати говоря. Мне показалось. Мне хотелось, чтобы так было, но... Нифига это не так.
Еще бы парочку хотя бы завалить, только полегче будет. Вот, щепенец какой-то. Блин, да что ж такое-то? Ну, зачем ты шел куда-то влево? Я же напротив тебя был. Почему ты не на меня шел? Скотина умная. Ну а этот куда улетел? 4 болта остается. Такс. Попал. Немножко урон нанес. Хоть что-то радует. Полумертвеца. Еще один раз попал. Ну давайте. Еще 2 килла, пожалуйста. Пожалуйста, 2 килла. Сейчас главное не торопиться. Хотя какой там не торопиться. Оп. 1 килл есть. И второй, пожалуйста. По запросу желающих. И второй килл, отлично. А теперь будем с вами разбираться по-мужски. Один уже побежал куда-то. Я вижу, что куда-то побежал, парень. Продуктовый уже закрыт. Вот так тебе, помоськи твоей. Тупорылый. Опс. Вот это мне врезали, так врезали. Ауч, да хватит уже. Я вас всех порубаю здесь. Не, все, по мне сейчас долбанутый. Как бы тю-тю будет. Болтов бы у кого-нибудь занять. Можно, конечно, слезть с коняшки и попробовать. У кого-нибудь взять, но они меня просто догонят. Пока я буду слезать, брать. Как мне повезло-то, а? Ой, я могу блокировку ставить, кстати говоря. Давай, конь! Давай, 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 пока он не одумался. То мало ли. Они все бегут, что ли? Ауч. Конь нанес 1 урона. Конь, ты какой-то бесполезный, ты мало. На тебя надо рога приклеить, чтобы ты наносил больше урона. Блин, вот по таким углом меч не достает. Надо заставить их спуститься обратно в долину. Шансы по-прежнему малы на победу. Одна ошибка, и я труп. Я просто ваншотный. Ну давай, 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 давай. Ей! Гениальная победа, блин. Генитальная, я бы сказал. Два ранена. Ну, хотя бы не убиты. Так, 390. О, слушайте. Офигенски. Офигенски. Это нафиг. 227. Это я сменю. 28 рубящий, колющий 28. Пожалуй, мне надо сменить что-нибудь. На это, потому что я просто иногда не достаю. Я лучше буду поменьше урона наносить, но почаще. Как-то так. А теперь меняем дешевое на дорогое. Так, 95, 21, 75, 46, 71. Что еще? Ну все, тут больше ничего, наверное, ценного и нету. 29. Да, нафиг, просто отваливаем. Нам надо добраться до этого замка. Ну куда ты идешь? Тихо, 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 тихо. Вот этого мне еще не хватало. Откуда у вас, гады, столько? Почему я не могу пройти куда-то дальше? Не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо. Скотина догоняет. Нет, не догоняет, показалось. Такие борзые, а? Просто на них. Расправа на них не найдешь. Честно, просто борзеют и борзеют. Прямо из городов выходят, главное. Не подойдешь даже. Какая-то армия свободная. Тихо, тихо, тихо. Все. Все, все, все. Так, рыночная площадь, торговец оружием.
что бомжовский вариант. А, нет, не бомжовский. Хотя, слышите, за 33 урона. Не-не-не, спасибо. Так, еще 100 динариев можно. Так, доспехами теперь. 331 динарий. Как раз. Как раз. Что у нас с лошадьми? Дорогие лошади. Что у нас с оружием? 28 лук. Что это такое? А. Большая кавалерийская пика. Сразу и не признал как-то. Отбалансированная ускоренная боевая коса. Интересно. 48 рубящий. Длина 112. Зазубренный войсковой тесак. Вот это вообще что-то. Из японского уже аниме. Так, посмотрим. Давайте оставимся здесь на какое-то время, чтобы отличить бойцов. Уходим. Наймем новых. Потому что у нас практически никого нет, кстати, насчет уровня. У нас уже тут прокачано еще больше. Давайте интеллект прокачаем. Так, торговля. А как у нас можно увеличивать-то количество? Количество возможных рабов как можно. Так, перевязка ран. С каждым новым уровнем этого навыка скорость извлечения отряда возрастает на 20%. Да, вот это, пожалуй, надо. Лидерство по-прежнему нельзя, но потому что у нас харизму я не прокачал. Так, мощный выстрел не получится. Владение щитом, атлетика. Увеличивает скорость бега. Верховая езда. Позволяет ездить на более породистых лошадях и увеличивает скорость езды и верткость лошади. Верховая стрельба из лука. Верховая стрельба из лука позволяет конным лучникам стрелять точнее, наносить больше урона и реже падать с седла. Вот так вот. Это прокачиваем. Зоркость. Что за зоркость? С каждым новым уровнем этого навыка поле зрения отряда увеличится на 10%. Ну, давайте еще. Зоркость прокачаем. А, о, стрельба из арбалета. В жопу стрельбу из арбалета так прокачаю. Лучше что-нибудь вот это прокачаем, потому что слабо прокачано. Вдруг я буду потом двуручным оружием пользоваться. Я думаю, что я буду двуручным оружием пользоваться, скорее всего, потому что оно здесь рулит. Деревня Арцы преуспевает. На полях и в садах деревни полно людей, которые трудятся от рассвета до заката. Амбары ловятся от зерна, а риги от душистого сена. Земля дает хороший урожай. Скот тучен, а жители готовы к завтрашнему дню. Население нет до вас дела. Нанять добровольцев. 2 человека. 20 динариев. Хорошо. Так, купить припасы у крестьян. Давайте купим парочку. Уходим отсюда. 9 человек у нас по-прежнему. И в это село тоже зайдем. Зайдем-ка в это село-то, а? Вдруг что полезного? Где у меня, кстати, стрелочки? Я что-то не вижу стрелочек. Раньше удобно показывали стрелочки, а теперь их нету. Непонятно почему. Так, ничем не примечательно. На полях и в садах бесконечная забота трудятся люди, селяне выглядят ситами, а животные здоровыми. Впрочем, некоторые земельные наделы пустуют, а часть домов покосилась. Видно, в деревне не хватает рук, чтобы сделать всю накопившуюся работу. Вот видите, отличается описание деревень и других сельских, не сельских, а жилых точек. Так, здесь тоже 6 человек. Не хватает рук, а они идут воевать. Странные ребята. Что у нас по квестам? Квестов нету. А фракции? Фракции, локации, фракции. А, Киргизское ханство. Имена всякие. Ну ладно, это потом как-нибудь. Так, ты хочешь на меня нарваться? Ну окей, давай на тебя нарвусь сам. Ого, ну ничего себе, давай-ка отсчитай нам немного серебра, а не то мы сами его заберем. Сейчас я вам отсчитаю количество ваших гробов, идиоты.